Главная цель соглашения – возможность участия граждан в голосовании на президентских выборах. Не по месту регистрации, а по месту нахождения. Один из важнейших инструментов для этого – подача соответствующего заявления через МФЦ. В МФЦ могут подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию, либо воспользоваться возможностью портала госуслуг. Кстати говоря, в том числе и в МФЦ. Старт приема в МФЦ заявлений для голосования по месту нахождения 29 января. Окончание 11 марта 2024 года. Кроме того, принимать заявления в указанные сроки будут в территориальных избирательных комиссиях. А с 6 по 11 марта еще и в участковых. Подать такое заявление могут все россияне старше 18 лет. Могут обратиться в 28 МФЦ и 95 территориально обособленных структурных подразделений для того, чтобы подать заявление о голосовании по месту их фактического нахождения. Что, собственно говоря, гражданам для этого требуется? Только наличие паспорта. Напомним, что выборы президента Российской Федерации в этом году будут проходить с 15 по 17 марта. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.